Алло, Андрей Евгеньевич. Да, здравствуйте. Вот наконец и Вадим здесь как раз, и мы беседуем. Мы вас дождались, Андрей Евгеньевич. Нам нужен мастер-класс срочно с вами. Я, к сожалению, приехал с опозданием на один день. Вот, и сегодня вот практически вчерашний день догоняю. Вот, но я думаю, что завтра уже будет полегче, и можем как бы уже завтра какие-то координационные вещи поделать. Ну, хорошо. Просто у Вадима было два выходных, вас ожидали, он завтра выходит на работу. Ну, хорошо. Хорошо. С Алексеем Егоровым. Где тогда, как? Давайте предварительно где-то в районе 16-17 часов на Курской. Только дополнительно еще наберемся, ну, как бы, чтобы поточнее, ладно? Так. Просто у меня тут есть варианты, пара мест, где можно посидеть, пообщаться и... Нет, может быть, у меня дома, потому что нужен компьютер, нужен доступ в интернет хороший. Что нам где-то сидеть? Давайте у вас дома. Тогда давайте так, ориентировочно к 17 я у вас буду, сейчас я в календарь забью. А вас как буду выезжать, наберу, чтобы уже точно там скоординироваться. Все, отлично, и Егоров будет у меня, и мастер-класс дистанционно откроем. Да, давайте. Это хорошо. Будет лучше всего. Мама в госпитале, поэтому мы сможем свободно пообщаться. Хорошо, давайте. Нахуй. Все, завтра созвон в 12, контрольный звонок. Ага. Хорошо, спасибо. Давай. Ну вот, это у нас 26 ноября 2014 года. Кузнецов объявился. 16:52. Стоп, снято. Что, расскажем мы где? Нет? Не будем говорить, где мы находимся. Надо показать, что осваиваем. На заднем фоне у нас фитобочка. Вот. Мама сюда приходит с детьми, пока мамам делают массаж. Папы качают детей, попивают чаек зеленый, кушают финики. Зеленый чаек, а травяной. 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 Ну хорошо. Ладно, стоп, снял.